Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, 28 день, 150 кредитов. Здесь 75 ампул. Понятно. Понятно. Так, ребят, ну что, как я говорил ранее в видосиках, будем открывать двух персонажей. По-моему, двух, да. По-моему, двух, что у нас там на почте. На почте. Да я говорю, что на почте твою налево, ты мне подкидываешь куда-то не туда. Заканчиваются совершенные планы, генетические исследования, и сезон 9 скоро закончится. Всего 2 дня осталось. Понятно. Все, как бы прочитали. Все это дело закрываем. Здесь что у нас? Забираем. Так, 3 этапа. Естественно, ребята, забираем награды. Здесь. Так, тут у нас снежинка, блин. Мало, правда. Нам не хватает для перехода. И здесь. Ну, здесь по мелочи. Так, далее что? Что у нас идет далее? Так, ежедневки-то понятно. Вот, поехали. Я вот просто думаю, а вот здесь вот мы можем с тобой справиться? Дай-ка я гляну, кого мне дадут. А если мы поменяем? И возьмем вот такую команду. Ведь есть шанс, ребята, наказать их, да? Если мы с тобой... Блин, дай-ка я тут кресло этого... Блин, надо, ребята... Мне кажется, надо мне устроить стрим. И знаешь, что сделать? Сбор на нормальное кресло, а не на этот долбанный... Пуфик сидячий, от которого у меня уже срака просто болит до невозможности. От этого, кстати, и спина болит, потому что, ребята, тут нет спинки. Мне приходится постоянно вот так вот ее держать, блин. Сколиозник, блин. Ладно. Так, давай попробуем пройти. Сколько здесь? 9 противников. Ну, давай начнем. Так. Ослабление атаки моему. О, так мы их сейчас... Так, мы их сейчас вырубим тогда. Так, главное, чтобы он никого, ребята, мне... Блин, надо немножко ускориться все-таки. Главное, чтобы он никого мне не уничтожил. Ведьма, блин, конечно, бесявая. Блокировка способности делает. Дай-ка я, наверное, вижу, но попробую... Нет. Морду. Массовая. Ох, как хорошо. Ну и что ты там взял провокацию на себя? Вижно сдуло. Ну-ка. Идеальненько. Так, берем с собой провокацию на Кейджа. Минус бродяга-солдат. Слушай, да мы проходим. Да и причем так... Еще, я бы тебе сказал, даже с запасом. Ну понятно, там у него уклонение стоит. В плане, у него не было больше уклонения. А что он так уклоняется, как я не знаю, кто? Может, он сам по себе, у него как бы это. Давай, Кейдж, вольни ему. Ну и остается Веном. На. Не надо нам лечиться, мы так его запинаем. Красавчики. Да, друзья мои, да. Мы проходим, значит, у нас будет награда пошикарнее. Но я сейчас посмотрю, может быть, мы может, мы сможем дальше с тобой пройти. 140 тысяч монет и 500 сфер. Опять же, сферы денежные, ребята. За 2000 денежных сфер мы с тобой можем открывать ее. Так, а вот здесь что у нас? Категория уровень 70. Ну давай просто гляну. Просто, ребята, гляну. Если здесь мы потянем, то это вообще будет шикардосик. Это будет шикардос. Сейчас посмотрим, сколько, во-первых, противников и какой уровень. Ну уровень-то уже не гляну я, понятно, там не покажут мне левел их. Ну я это почувствую.
что, всего трое? Ну, судя по тому, что я одного сдуло и... тут врагов, ребята, много будет. Просто испарились. Но здесь тоже... Из этой шестерки, да? Зловещие персонажи у нас. Давай, влупи. Так, мусорщик. Фига ты навызывал этих. У него тоже отражение. Потому что он много слишком тут на этих навыкидывал, блин. Кто у меня имеет массовую атаку? Только шо... А, ну вот. Этот и шокер. А, ну и гоблин тоже. Так, надо вот этого, наверное. Блин, он не даст. Пипец. Понеслась, короче. Пускай бомбит по всем. Зачистку тут надо сделать. Что он там хочет? А, их два тут. Восемь врагов, что? Так, Кейджа надо, наверное, нам в провокацию все-таки брать. Ну, на мою эту... На ночную сиделку, ребята, бычит. Давай-ка его нафиг отсюда уберем. Готов. Ну, еще 7 персонажей здесь будет. Псих-то, а. Что, регенерация тоже нужна? Без нее-то куда ты? Так, минус носорог. Ну и остается этот. Вот эту вот дамочку убираем отсюда. По возможности первой. Мисс Марвел нам здесь не нужна. Заблокировала, да? Волной. Шоквейв. Ну, чьих четверо. Все, вот это последний, ребята, команда тут. Мисс Марвел идет здесь как хиллер, поэтому ее надо еще... А, у нее и провокация еще стоит. Наши замедленные, блин, замедлились. На, подсрачника тебе. Выжила, блин. Ну все, остался шапочный разбор здесь. Остался шапочный разбор. Сейчас я добью их. Не, Серебятник красавчик. Серебятник, ребята, красавчик. Просто идеально тут выносит всех. Ну что, паучок, доигрался ты, наверное? Тебе тут уже... Ах ты. Ну да, у него инстинкт, ребята. Поэтому у него врожденное это уклонение, чувство опасности. Поэтому по нему еще фиг попадешь, бывает. Смотри, а. Все. Нормально, нормально. Так, 160 и 550. 160, а там было 140 тысяч, да? В первый раз, когда. Давай посмотрим. Ну, следующий, наверное, этап я фиг потяну. Хотя попытаться можно. Тут уже 180 и 600. Давай, я рискну, ребят. Вдруг тоже пойдет более-менее, ну, на изи. Раньше я не мог пройти, поэтому я даже и не свался туда. Меня там пинали, как сосунка. Потому что у меня
именно злобные, плохо прокачанные. В основном все добрячки, блин, скажем так. Ну, давай смотреть. Вот эту вот пакость. Будет щиты ставить. Так, 10 противников. Выбил, молодец, красава. Больно. Так, все, я понял. Они, смотри, взяли под прицел шокера мне. Массовый. Влупляй. Берем провокацию на Кейджа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, этот Немор, блин. Гравитон. И все на эту лезут, а ты посмотри. Она еще и оглушенная, ребят. Все. Не пройду. Ну, как, я пройти пройду, но не пройду на 3 звезды, друзья. Печалька. У него слишком много массовиков, ребят, в отличие от меня. Да, минус еще один, ребята. С одним провокатором фигово играть, конечно. Эх-хе-хе-хе. Ладно, я буду знать, чего мне ожидать. Можно, в принципе, попробовать. Ой-ой-ой-ой-ой, еще минус один. Ну, что-то они тут уж больно жестко разошлись. Больно жестко разошлись. Давай тогда этого, наверное, уничтожим. У него тут здоровья мало. А теперь существо остается. Поехали. Готов. На жопу приземлился. Да, мы награду получим, ребята, но, к сожалению, не сможем фармить. Ну, 180 600 уже неплохо, ребята. Это мы с тобой уже, по идее, должны накопить на одну денежную сферу. Да. А сколько вообще осталось здесь пройти? Две, да, получается? Или сколько? Непонятно. Вот здесь, да? Три. Ладно, давай посмотрим, что у нас по кредитам, друзья мои. По кредитам у нас тоже, видишь, вот эту 12-ю категорию. Уровень 75, категория снаряжения 14+, красные звезды 4. Только персонажи космоса. А, ну это пройдено, блин. Давай попробуем здесь. Только персонажи космоса. Да я же сейчас разорву их, ребят. Я их сейчас просто разорву. Это моя, блин, так скажем, основная команда. Вы заметили, что я Гаморочку немножко прокачал? Ну и Локи, само собой. Я же сейчас... Я, наверное, пройду это событие, ребят. Полностью, до конца. Если тут... А, подожди, ну это в этом задании только лишь из космоса персонажа. Там-то, может быть, в последнем кто-то и другой будет. Хотя еще не знаю, какие противники здесь. Чтобы выиграть, победи всех меченых. Окей, начнем. Минус один меченый. Минус Стрэндж. Так, минус Гром. Блин.
Да они ватники, ребят. Блин, ну у него же уклонение не стоит. Зачем я начал бомбить? Еще кто-то один должен появиться, ребят. Потому что два противника. Одного мы уничтожим, а кто еще будет третьим? А, он не один, он с командой. Так, а кто тут? Где тут меченый-то? Не вижу я. А, значит, здесь будет три волны. О, 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 явились, блин. А вон и меченый, ребят. Меченый, подмеченный. Нам только его уничтожить и все. Провокаторов у них нету, так что вперед из песни. Ему крышка. Это не жилец уже. Но я же убил меченого. Все. А зачем надо было вот это все выпендрешь вот это делать, я не понимаю. Так, интересно, если сейчас опять ребята дадут из космоса на последнем задании, то я его 100% пройду. Как пить дать. Ну-ка, глянем-ка. О, все. Эту ветку мы, ребят, закрываем с вами. Эту веточку прикрываем полностью. Где мой телефон? Мне надо будильничек, ребят, поставить на завтра. На 9 часов. Время сколько? Время 2 часа, а мне на 9 утра. Так, чтобы выиграть победитель. Понятно, еще одни меченые, да? Ну давай начнем. Поехали. Слушай, ну здесь крепыши. Здесь прям крепыши. Враг крепкий, ребят. Тут, наверное, мне надо все-таки с пузырем, ребят, разбираться. Сколько тут завершено стадии 4? Осталось 5 целей. Мы ослеплены. Дай-ка я вон того попробую сейчас. Да мы все что ли слип? Нет? Блин, этот провокацию взял. Мы его снесли. Так, этого рубим. Улети. А, нет, выжил еще. Да как так-то? Завершено 4 стадии. Ну ты-то там что собираешься делать? Нифига он там нахапал себе провокацию, хил, что там еще. А у меня что, кого-то уничтожил? Нет? Нет, все нормально. Стадия 4. А, стадия 1 завершена. Промахивается, блин. А этот еще там, что ли? Я думал, что мы его уже отдубасили, а он нифига, он живее всех живых там стоит. Блокировку лечения теперь нам повесили. Замедление влепили. Так, это вскочил, гаденыш. Смотри какой, а? Джиггернаут крепкий. У него еще хил есть, да? Это тырок. Че, теперь этот провокацию? Все. Получил волыбечник.
давай паучку. Минус паучок. Жабу валим. Ага, валим. Минус. Хорош, морду, ребята, расклеп. Так, это был двойник же, да? Двойник. Все, последний там остается. А, так это последний, это только... Извини меня, еще стадия будет, блин. Это только первую мы прошли. Сейчас вторую, наверное, пройдем только лишь. Так. Что-то эти прям... Прям такие серьезные. Все, что ли? Успел? Да, да, ребят. На 3 звезды. То есть мы с тобой закрываем гельштан этот. Теперь он не будет нас больше тревожить. И мы с тобой, естественно, будем проходить его просто-напросто на автобое. То есть нам не придется, ребят, больше здесь драться своими силами. У нас еще есть одна. И вот она, максимальная наша награда. Прекрасно. Для прокачки бойцов это самое то. Здесь что у нас? Какие бойцы тут мне даются? Ну, тут есть что поменять. Вот этого убираем. Так вот. Кейджа, наверное, поставим. Наверное, я Халка все-таки возьму. Почему, ребята, Халк лучше Кроссбоунса? Ну, во-первых, у Халка есть регенерация. У Кросса нету. У Кроссбоунса нету. Халк может отхиливать сам себя. Не очень много, конечно, но есть шансик такой. Поэтому он как бы будет лучший. Хоть он и отстает чуть-чуть. Сейчас посмотрим, против кого мы тут воюем. 10 противников. Твою налево. Ну, это понятно, это как всегда, ребят. Начинается вот этот гравитон тут еще, блин. Но судя по тому, как он разбирается. Вот эту, конечно, бы еще мразь надо как-то, ребята, вальнуть. Потому что она очень хорошо. Ну, бафер, ученый, все-таки великий ученый. Очень хорошо бафает. Бафала. Ну-ка. Надо гравитона валить. Сука, этот достал уже. Блин, провокацию взял этот, а? Носорог. А ты серьезно? Гравитон готов. У нас нету медика, ребята. Общего медика, который может хилять. Это плохо. Это плохо. Потому что у Таноса уже, ребята, здоровье. Сам видишь. Слушай, ну этот сокол достал уже, а? Танос, убери себе провокацию. Тебя вольнут сейчас, блин. Надо сокла валить тогда. Карнейдж пришел, блин. Дэдпул, ну-ка. Надо этого. Доктор Стрэнджа. Он может, ребята, с помощью хила вернуть к жизни любого там. Надо Карнейджа уничтожать, чтобы пока все живы, ребят. Да!
Халк, подожди. А, на 3 звезды. На 3 звезды, ребята, отлично. Халк взял за шкварник в 3 раза об землю. Выкинул, как щенка. Круто. Так, ну что, тогда давай попробуем дальше. Попытаемся пройти. Может быть, потянем. Тут награды не особо сильно увеличиваются, ребята. Но на 1 всего лишь, видишь. Тут на 1. Ладно, я попробую. Блин, ну Танос что-то меня как-то, я не знаю, ребята, что-то он как-то вот разочаровывает. Может быть, кроссбоунса все-таки взять? Нет. Танос, блин, он обычно, у него автоподхил должен был быть, но здесь почему-то не... А, у него автоподхил, наверное, когда у него этот, ребята, есть. Ну, когда он залеченный, захиленный, а так у него, конечно, нету. Наверное, в этом все суть, соль. 14 противников. О, тё-тё-тё-тё-тё-тё. Вот эта вот дамочка-то, зачем бы тут она нам... И сразу в Таноса, блин. Кровотечение, да? Молодцы, блин. Слушай, ты заколебала, а? Блин, выхилилась, ты прикинь, выхилилась, блин, маромойка. Да, блин, эту тоже еще надо швабру валить. Минеру, стерву. Теперь сокол появился. Чё так отхиливается это них? Охренеть, блин. Ты видел, блин, у него здоровья не было. Взял, блин, просто выхилилась полностью, блин, считай. Сколько хренуса-то, блин? Танос, блин, ты... У нас вообще по здоровью, ребят, беда какая-то прям. Ну, отлично. Еще не легче. Да, по-моему, тут, ребята, немножко слабоват команда. Нет. Полный разнос делают. Ну их еще 7 здесь. А, тот провокацию взял, да? И ядрен, матрен. Еще и всадник этот призрачный. Как без медиков? Прям тоскливо, ребят. Хана кому-то, да, сейчас? Я уже вижу, что кейджу крышка, ребят. А Халк тоже. Ладно, я вырубаю автобой.
Тут уже моя стратегия, ребята, бесполезна, потому что мы тут проиграли. И проиграли просто потому, что нету медика. Вообще, медика нету. Даже слабенького медика нету. Был бы, мы бы затащили бы, скорее всего. А что у нас медик? В принципе, Минерва медик из космоса. Но мне почему-то не дали возможность. Или я не взял ее, или я что-то пропустил. Наказали Халка. А ну а что, что сделает у нас этот Локи? Один, ну абсолютно ничего не делает, ребят. Его запинают. Была бы у нас Минерва. Все, тут кранты. А лучше бы, конечно, какой-нибудь другой медик, типа спасительницы. Вот это было бы, да, тема. Кстати, а почему ее не взяли? Это же из космоса. Или спасительница не из космоса? Нет, спасительница, скорее всего, не из космоса, ребят. Спасительница не из космоса, поэтому ее и не дали нам возможности выбрать. А я сейчас просто гляну, ребят, что тут вообще, какой вариант вообще мог бы быть по медикам? А никакого нет варианта, вообще без медиков. Плохо, ладно, я тогда здесь добью, ребят. Просто без медика очень, очень сложно. А здесь у нас последний. А почему я этой командой не смог пройти? Неужели там такая жесть, жесть? Прям лютая жесть. Команда-то, считай, просто команда Пегаса полностью собрата здесь. Сейчас глянем, что не так. Так, выиграть, защитить мирных жителей и одолеть всех врагов. Понял. А мирные жители, вот они два, да? Ну, естественно, этот, как всегда, в провокацию, ребята, блин. Достанет всех, блин. Поехали. Еще 20 противников тут, ко всему прочему. У меня провокатор есть, у меня провокатора здесь нету. И это плохо. И это плохо. Что там происходит? Ни хрена не понимаю. Надо эту, блин, Хеллу тоже убирать. Давай зачистим. А, Локи тут еще. Локи, кстати, тоже надо валить. Ну мне дадут сходить-то твою налево, блин. Ходил. Неужели зачистка? Вот мне на кого Хеллу, блин, валить. Вот это специально, ребята, сделано, чтобы вот этот гандон, блин, стоял там и хилялся, блин. Вместо того, чтобы Хеллу, блин, не бомбить, блин. Тварь. Сидит там, блин. Чмошника, блин, дали какого-то, блин. Сидите, не мучайся с ним. Нахрен там. Ох. Она сейчас будет опять своих ублюдков этих вызывать. А этот будет там хиляться, блин. Специально
специально, что ли, так сделали, блин? Все равно буду валить ее. Давай, вали ее нафиг. Выжила, блин. Ну, смотри, он начинает вот дурака валять, блин. Дают ей возможность, блин, в этот момент навызывать целую армию. Завалю все равно нафиг ведь. Все равно завалю. Неужели сдохла говнюха? Так, теперь вот этой вот электро заколебала. Две электро. О, энерго. Давай, сдуваем их всех. Ну, тут уже шапочный разбор. Да, ребята, мы закрываем с вами, получается. Вот что вот он там делает, дурака валяет, блин. Нахрена он столько химяется-то, блин. Все, осталось электро. На тебе. Готово. Все, друзья мои, это событие, получается, мы тоже с вами закрыли. Потому что 3 звезды, максимальная награда. Вообще четенько, просто великолепно. Сейчас мы все это дело заберем. И там, по-моему, последнее событие останется. Давай, 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 давай. Подскажи, пожалуйста, мне открыли СИЗО 8. Кому что выбирать? Джарвис тебе в помощь. Джарвис. Автопобеда. О, как хорошо, ребята. О, как хорошо. Ну что? А, нет, тут не последнее. Тут еще он есть. Ну что, попробуем, ребят? А, у нас вот последнее. Ну давай глянем. Ай, тут берут, тут какая-то бредятина. Хотя... Я не знаю, давай просто посмотрим. Ну, такой командой... Хотя у нас есть там и спасительница вроде бы, да? Но сама по себе команда ватников. Не особо я в ней уверен, что она сможет там разобраться. Так скажем. Но тем не менее глянем. Так, о, еще и Танос тут. Кого там надо победить? Вон ту, хламонище. Твою налево, у него целая команда, ребят, здесь. Я понял. То есть... Да. Тут только может противостоять, я не знаю, в лучшем случае Железный Человек. Это в лучшем случае. Крузглейв этот бесевый. Да тут все у него, блин, как-то... Ну, я знал, что он провокацию возьмет. Мало что провокацию, у него еще усиление, блин, стоит. Ослабление. Я даже не вижу, чтобы они урон тут получили, ребят. Команда, блин, Труфальдин из Бельган, давай. Он опять... А, нет, он слепой. Давай попробуем сделать так вот.
мантис вальнуть. О! И этого сдули. Ой, шикарно. Минус троечка, ребят. Халка провокацию брать, я думаю, не стоит. Или стоит? Стоит. Этот слепой не попадать не будет пока. Та нас провокацию берет, нет? Поехали. Ага, это... Блин, зря. Выживет ли? Минус двоечка, ребят, очередная. Но это... Почему цели три? Ёк-макарёк. Добей вот этого, а. И Минерву надо еще вальнуть. Есть. Нет, как он... Как он выжил-то, блин? Наконец-то, блин. Ну и не забывай, что Минерва может возродить его к жизни. Это что сейчас такое было? Давай. Бомбань есть. Локи, сможешь валить? Нифига ты не смог. Да даже кровотечение не повесил на него. Блин, ну росомаха, ну ты... Давай. Так, Таноса валим сейчас. Осталась одна цель. То есть еще будет одна волна, да? Если я правильно понимаю. Ну, согласись, очень приятно играть, когда у тебя есть хороший медик в команде. Ну что ты, йо-йо. Все? Все, ребят. Прошел, получить. Что-то про Джарвиса написали внизу. Наверное, допетрил. Что надо обращаться к Джарвису, да? Блин, как у меня уже задница болит. Тут кресло. А что Джарвис советует, то и ставь. Ну да, правильно, так оно и есть. Ну что, ребят, автопобеда. Забираем все. И последний у нас. Кого нам предлагают? Подожди, не то я взял. Ну, чё-то как-то, блин. Не, ну я могу разочек попробовать, конечно. Ну, что-то я сомневаюсь. Команда безбалансированная какая-то. Но, тем не менее, надо посмотреть. Надо посмотреть, что там у нас происходит. Потом уже делать какие-то выводы. Так, 93 вступает к нам в альянс. Фругар. Так, ну что, поехали. Так, не такой же и ватный, да, скажем. Но судя по тому, как получил сейчас урон Стрэндж, то можно сделать выводы, что он команда тут ватников. Несмотря на то, что даже здесь один из врагов будет. Блин, соколы эти, а. Ну-ка. Что это называется, урон, что ли, был? Опять же, ребята, в этой команде нет медиков. Это потенциальный труп уже. Все.
Нет, ребят, команда слабая. Нет, здесь выживет у меня только лишь Пустельга. Она тут разнесет всех. Но я уже понял, что... Да. Давай третью скорость влепим. Хотя, может быть, ее и завалят, ребят. Слишком много врагов, блин. А все, всех почти, да? Ушатало. Так, у нас ускоренное все это. Ну да, пустяки всех завалит. Но я понял, ребят, что пока команда слабая, тут сюда суваться не стоит. Как ты мне дорог, Локи, а? Прям я не могу. Да, останется пустельги. Нет, Локи против пустельги, это, ребята, ни о чем. Ладно, не буду томить. Соберу тогда награды там. Но все равно неплохо. Два события закрыли. Я считаю, что это уже хорошо, ребят. Все, да? Здесь закрыли. Так. Переходим сюда. А, у нас Халк уже полностью собран, поэтому, ребята, излишки все 50? Фига, ребята, в первый раз мне со сферы выпадает 50 карточек. Не имеет значения, на какой персонаж, вообще в первый раз 50 карточек, нифига себе. Полсотни. Да, и дорогого стоит. И самое главное, редко. Так, это ионы у нас тут. 80 тысяч ионов. Еще 40 тысяч ионов. Так, и последнее. Что у нас там? А, это ерунда, это красная маленькая сфера. Так, подожди, а мне нужен был один или четыре? Есть! Есть, друзья мои, блин. Неужели я сейчас события пойду проходить? Мне нужно было, ребята, нужно было этого шерсть, и наконец-то он выпал. Ну прям счастье какое-то. Так, и денежек тут заработали. Это прям, блин, прям порадовала меня сейчас игра. Потому что на событии я не мог его получить, слишком далеко в думе там идти. Слабоват я, ну не справлялся, ребята. А тут он мне бац и выпадает. Так, здесь по припасам я коплю, ребята, на бета-рей. Так, смотрим, что у нас тут. И смотри, ребята, как только шерши нет, сразу же, ребята, можно его повышать по звездам. До этого, блин, искал, когда же он выпадет, нифига. А тут на тебе, он сразу же появляется. Ну, ну, сговор, просто, ребята, сговор. Самый настоящий. Ладно, прокачаю его сразу же, наверное. И, по-моему, нет, X я не смогу. А, у меня только шершень и получается, ребят, что... Ладно, давай попробуем, может быть, что фортан... Чего-то не хватает. Ну, давай, посмотрим. Серси до 6 звезды. Ух. Это тоже, ребят, дорого стоит, если честно.
Так, здесь абсолютно все открываем. И здесь тоже. Так, прекрасно, да? Сколько у нас там этих накопилось? 1900, а у нас с 2000 начинается открытие. Так, ну что, насколько я помню... Только не говори, что... Подожди, а... Так, шершень мне нужен был для какого задания-то, блин? Вспомнить бы еще, ребята. Для ПИМ. ПИМ, точно, ребята. Так, а что... Что там не так? Уровень 35-й категории... Блин, категория 6-я. Ну, что... А, я его еще не завербовал, твою налево. Ну что, ребята, начинаем вербовать. Наконец-то, наконец-то, друзья мои, он мне выпал. Так, Даррен Кросс был учеником Хэнка Пима, у которого он позже украл компанию и технологию. Даррен создал костюм железного желтого шерстня, чтобы раздавить врагов. Прекрасно. И я не почитал, что у него за способности, кстати. Что это мне сразу? Так, первое, это биоэнергетический выстрел. Наносит основной цели 60% урона с шансом 40%, проводит бонусную атаку, которая наносит еще 40% урона. Персонаж наносит меньше урона союзникам из команды заражения, когда его заставляют атаковать союзников. И второй, это злобный укус. Крадет у основной цели 5% здоровья и передает его персонажу. Дополнительно восстанавливает 500 единиц здоровья. Эта способность игнорирует блокировку лечения, дает у ворот. Эта атака игнорирует защиту от смерти и пассивные способности, которые срабатывают, когда у персонажа остается определенное количество здоровья. Нормально. Сразу так, на 65 уровень. Влетает мужичок. Хоп. И сразу улучшение. До 4 категории. Оп. Дальше, ребята. Агрессивное поглощение. Дает 1 к усилению атаку вплоть до 3. Наносит 100% урона основной цели и 50% урона всем ближайшим целям. При убийстве накладывает на персонажей всех союзников с особенностью ПИМ-тех и союзных злодеев техно-случайный положительный эффект. Затем дополнительно проводит атаку против врага с наибольшими потерями здоровья. Четко. И, ребята, с дороги. Пока у этого персонажа есть усиление атаки, дает 5% скорости и 10% к похищению здоровья. В темном измерении дает персонажу и всем союзникам с особенностью ПИМ-тех 5 к урону. Вот это хочу выучить. Так, ну и вот это, наверное, тогда выучим. И вот это вот. И вот это, и вот то. Можно без хлеба. Прекрасно. Прекрасно, друзья мои. Так, ну что, следующий... А вот у нас... Подожди, этапы. Заберем. Ну-ка, а в этом мне достал? 3 показывает? Да, 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 друзья мои. Неужели я сейчас получу еще и персонажика, которого звать... А, нет. Тут 3 скарчик. Мне нужно, блин, дофига. Ну что, давай посмотрим. Геликарьер Земля Нексус. Хм, пап, хоп. А что случилось, бусинка? Ну, я вроде как, наверное, отправилась в микровселенную Джубили. Всего лишь на минуточку, чтобы сходить на классные концерты и так далее. Но теперь люди Икс пропали. Кто-то отправил сигнал бедствия. Эмма Фрост атакует. И я знаю, что мне не следовало... Тише, тише, притормози. Концерт, микровселенная, что? Сигнал бедствия? Скотт, похоже, нам нужно срочно отправиться на спасение Джубили. Вопросы зададим по ходу дела. Верно, всем приготовиться к уменьшению. Нужно спасти нашу подругу. Ну что, ребята, потянем, как думаете? 30 карточек, это, конечно, ни о чем по сравнению с соткой. Но мне бы хотя бы попробовать 2 этапа пройти, чтобы...
чтобы открыть ее. Потому что если мы открываем Джубили, нам достается, ребята, еще одно событие, которое мы сможем пройти, начать проходить. Только представь, какие иллюзии я смогу создать, когда отниму у тебя эту технологию, Джубили. Я представляю кроликов в шляпах, пожалуйста, пусть это будут кролики в шляпах. Ага, наконец-то, на эту вечеринку явились действительно званые гости. Не обижайся, Мистерио, пора валить. Стоп. Ну чё, поехали. Что-то как-то странно произошло. Почему анимацию удара не показали? Ай-яй-яй-яй-яй. Как тебе нехорошо бежать в высоту. Мою маленькую девочку. Надо проучить этих ребят, мне кажется. Отлично. Вообще красота. А что Джубили делает у нас? Вот такими вот фейерверками балуются, да? Ну, команда Пимптех нормально так зажигает, ребят. Ух, ух, ух. На! Памс! И нифига, потому что она слабенькая. А это что? Типа... Слушай, ну они хорошо так дополняют друг... Вот шершень вообще мне нравится, ребят. У ворот он еще себе берет. Крик, хорош там орать. Ай-яй-яй. А ну-ка, взрывайся внутри. Она же это, помнишь, энергетический взрыв у нее же там был, когда она перенагружается делала. Ну и по фильму то же самое было. А это что такое? Нормально так. А, ё-моё, я думал, это что такое, мистика это? Даже не попал. Блин, тут, конечно, то, что здоровья маловато. Попробую завалить. На. Хорош. Я сейчас попинаюсь там. Ответку получил. Блин, мало здоровья, ребят. А это еще только показывает, типа, да-да, нормально. Ну что, соколок и стребок. Пора сдохнуть, наверное. Ой, сдаюсь, ты слишком силен для нас. Неужели? А вот и нет, не могу удержаться от сарказма. Как ты от всякой нелепицы. Можешь глумиться, сколько влезет, но я свое дело сделал. Пока ты была занята, просто захватила все, что нам было необходимо. Скоро мир содрогнется перед силой наших иллюзий. Прощайте, простофили. Он сбежал, сплошная невезуха сегодня. Ну, по крайней мере, ты в безопасности. Давайте теперь вернемся на нашу землю. Даже и не думай, дедуля, люди Икс пропали, а Фрост украла их технологию прямо у меня из-под носа. Нам нужно ее остановить, и я знаю, где надо начать поиски. Ха, дедуля. Дедуля, действительно. Так, ну что, друзья мои, первый этап прошел, 30 карточек, отлично. А пустят ли меня на второй этап? Чтобы я уже действительно мог открыть полноценно Джубили.
Там не хватает мне 70, как раз 70 мы с тобой должны будем заработать. Кто-то уже ночного змея открыл, блин. Так, что там требуется персонал? Сколько чего? Чего там требуется? С тремя звездами и выше. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, высота у меня хромает и... Ну, я не смогу... Нет, я могу попытаться найти звезды вот здесь вот. В принципе, я, наверное, так и сделаю сейчас. Не туда ты... Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, можно попробовать, ребят. Да что ты мне все даешь-то на нее, блин? Да ты заколебал, ну так так нечестно, ребят. Пипец. Просто кидок был сейчас только что сделан. Забираем здесь. Ну, не дали мне, ребят, джубили, конечно. К сожалению, открыть. Так, давай попробуем, что нам тут, сколько нам дадут. Да нисколько мало, у нас полляма всего денег. А вот это уже хорошая сверка, друзья мои. Оу, щит, сутка. Я, интересно, я его смогу сразу еще поднять на левел? Или нет? Так, Шан-Чи. Сиф. Понятно. Понятно. Немножечко не то, но все равно, ребят, приятно. Приятно, че. Так, мне нужны вот эти вот материалы. Мало, что-то как мало дали. Маловато будет. Маловато будет. Так, подожди, а мне... Нет, тут ни черташечки. Так, ну что, продолжаем открывать, ребята, персонажи. И следующий это у нас Фотон. Тоже давно я хотел получить. Секретная защитница и член команды Отряд М Моника Рэмбо. Использует свою электромагнитную способность, чтобы ослепить врагов и усилить соперников положительными эффектами. Вербуем. Так, у нее три звезды. Первая, ребят, способность — это световое шоу. Наносит на цели 80% урона и дает один заряд готовности. А второй — это наносит основной целям и ближайшим целям 80% урона и накладывает замедление. Нельзя блокировать. Прекрасно. И последняя — это огненная звезда, друзья мои. Являясь мутантом с удивительными друзьями, огненная звезда генерирует палящий жар и пламя с помощью микроволны, что пробивает защиту врагов. Минстоун она мне напоминает. Ну, такой же костюм практически, да, ребят? Так, и первая способность — это палящий луч. Наносит 50% проникающего урона. А второй наносит основной цели и ближайшим целям 80% проникающего урона. Ну, такое себе что-то как-то... Как-то так. Вот, огненная звезда. Вот, запомни, да, как она выглядит. И... Да ладно, не может он так высоко быть у меня. Кстати, да. Надо, ребята, повышать ранг. Ой, красота. А вот, ребята, и Минстоун. Ну, согласись, что похоже. Ну, может быть... Не такой, как сказать тебе, вид прям. Но есть сходство. И в маске в этой. Фух.
Так, что теперь? У нас еще два достижения здесь. Прекрасненько. Ну что, давай теперь ежедневные задачки свои забирать. О, ребят, скоро уровень, кстати, будет. Возможно, даже сегодня. Будет 85-й. Так, купить три припаса. Три припасика. Раз. Ну, самый дешевый возьмем. Три. Так, что у нас там, сферы еще какие-то опять появились. О, денежные сферы обожаю. Так, и... Тут меньше. Ну, лямчик мы с тобой насобирали. С горем пополам. Так, что у нас дальше? Через... Сделать вклад через 3 минуты. Но это мы сделаем. Так, тут здесь, короче, на Крейвена корячится у нас. Так, сразиться в двух боях в рейде. Дальше, дальше. Ну, так я дальше тут не смогу. По-моему, я все тут до тупика дошел, меня там валят дальше. Или это не так, или это не здесь. Ну да, меня что тут раскромсают. Поражение, а что-то хотел. И здесь тоже будет поражение, потому что, ну, я слаб еще, ребят. Очень слаб здесь, чтобы выпендриваться. Тем более бойцов у меня нет нифига нормальных. Ну, просто сделаем, что это. Чтобы задание просто забрать. Понятное дело, что проиграем сейчас. Но задание должны выполнить, да? Да. Так, что еще там надо? Что мне еще сделать надо? Ага, вспомнил. Джубили. Блин, мне Джубили нужна, чтобы вот этого, ребята... Нет, что я вру-то? Что вообще... хотел-то? А, шершень. Это команда Пимтеха, да? Да почему ты, блин, мне... Эти не хватает. Просто выдает мне эту, блин, стерву и все. Паучиху. И ничего сделать нельзя. Почему именно на нее-то? Почему именно на нее, а? Так, сейчас, подожди секунду. Мне еще нужно выполнить задание по поводу... Так, сюда. Хочу ей прокачать ИЗО 8. Блин, заколебайся, не хватает, ребят. Так, теперь мне нужно... Найти Карнейдж. Точно мне Карнейдж нужен? Чё я к ним прицепился-то, к этому Карнейджу? По-моему, не Карнейдж мне нужен, нифига. Это вообще не то. Так, вот здесь. Ну, здесь понятно, ребят. Тут по требованиям завышено все.
Раз, два. Так, здесь тоже не судьба. Ага, все-таки Карнеж, да? Или... или Кристалл. Ну, Кристалл 15 из 130, а у Карнейджа... О, а ну-ка. Отлично. Ну-ка. Новый ранг. И есть контакт, да? Я ведь правильно понимаю? Да, ребята? Хе-хе, задание выполнено. Ну чё, в бой? Камни, да, я чувствую их, они близко. Быстрее! Дрожь, следи за зубом, он нам нужен. Но это не повод расслабляться. Да, вот они, камни реальности, времени и души почти в наших руках. Действительно, прошу, протяни свою руку, чтобы ее отрубили. Я надеюсь, моя команда Гуфи справится со следующим вызовом. Если нет, ну придется подкачиваться, ребят. А как-то хотел. Ну, главное, Карнейджем прокачали. Если выиграем эп, у нас сразу же получит еще одно повышение. Смертные глупцы, вы правда собирались поиграть с игрушками богов, а? Что ж, давайте поиграем, если силенок хватит. Хеймдаль, закрой врата хранилища и запри наших новых друзей с нами. Нужно остановить вражеских операторов, прежде чем они закроют хранилище. Так, нам в помощь Эйп пришел. Где эти операторы? Вот, Хеймдаль. А, два Хеймдаля, это операторы есть? Слушай, по-моему, судя по тому, сколько я урона наношу, это будет... нереально пройти. Судя по тому, что сколько у Карнейджа еще жизни осталось. Его сдуло. О, ребятушки, нам тут делать нечего, по ходу дела. Я тебе так скажу. То есть этих... блин, провокацию взяла, да? Ну, у нас тут вообще здоровья нету, нифига. Я начинаю закрывать хранилище, моя королева. Сейчас влупит волной. Я думаю, друзья... я думаю, здесь все ясно всем, да? И я использую Биврес, чтобы поменять местами комнаты. Они никогда не выйдут отсюда. В плане уже вторая стадия. Я только начал, блин, уже вторая стадия. Какой у них тут уровень, интересно мне знать, а? Да. Очень проиграл, ребят. Да, в тобой ставим. Ну, мне надо было посмотреть. Вот теперь думает, мне надо ее прокачать. Еще несколько врат и хранилища будут полностью запечатаны. Они закрыли все проходы. Нам не добраться ни до одной комнаты. Да, да, я понял, проиграли. Ну, тут даже если ребята прокачанными будут, я фиг его знает, что-то уж как-то больно быстро они. Не все так просто. То есть Карнейджа... Карнейджа вообще, ребята, сдуло почти сразу же. Он даже не успел ничего... даже пикнуть не успел. Как... дай хоть гляну. Рекомендуется персонаж 60 уровня. Так, и категория 9 со способностей 5 уровня. Ну, тут вот так вот, ребят. Уровень 40, категория 7.
А, вот мы что с тобой. Мы получаем две карточки. Мы даже не звездность получаем, мы просто ее находим. А, вот оно что. И злобный укус. Так. Чуть-чуть вообще, ребят, не хватает до уровня. Твою налево. Вообще прям капитошку не хватает сделать вклад. Технологии Старка. 470, 290 и 160. Но... Что тут у нас еще? Так, 89 энергии. 89 энергии. Блин, ну и... Подожди-ка, а там Оракул Кри... По-моему, мне тоже он нужен для какого-то, ребята, задания. Сейчас посмотрим, перепроверим. Понятно, это не то. Чтобы Адам, ребята, вот Джубили мы получим, мы с тобой сможем тогда. Ни хрена мы не сможем. А, нет, сможем, Джубили. Подожди, ну тут надо... Там надо что-то по звездности, что ли, я так понимаю. С двумя звездами и категория снаряжения 6. Ну просто Джубили не хватает. А почему таких я не могу? А, категория 6 шмоток нету, наверное. Раз, два, три. С шестью звездами. Угу. Тора вот только можно в ближайшее время поискать, прокачать его. Шестьдесят опыта. По-моему, ребята, уровень сейчас будет. Разве нет? Нет. Получается, еще пока нет. Сколько там не хватает? А, тысячи. Нет, сегодня уровень не получим, ребята. Тысячу опыта еще надо. Это дофига. Это дофигище. Что у нас там по войне? Да на войне как на войне, ребят. Все кисло и паршиво. Я уже протратился, уже повоевал. Там сколько, два поединка сделал. Всю свою армию практически распетрушил сейчас. Ищу, когда будут слабенькие. Но слабеньких почему-то не выставляет. Вот как стоит у них вот эти вот комнаты, и все. Видишь, офицеров щитов вырубает сразу же. Остаются вот эти. А мне их не завалить. У меня нету, ребята, уже команды. И мы пока выигрываем. Пока выигрываем. Ну, по очкам все это выигрываем. Пока подожду, есть время еще. В принципе, не горит прям аж так сильно.
защиту устанавливать. А, у меня эпическая компания же еще, ребят. Ну тут, конечно, трэш, я перешел на новый этап. Хе-хе-хей. Мало того, что у меня тут команда, вообще ни о чем, ребят. 14 категорий снаряжения мир. То есть вот у Халка какая? 13 категория. То есть 74 уровень требуется, 75. То есть понимаешь, да? Это еще 3 уровня ему поднимать. А этого мы смотрим. А, нам не хватает, ребята. Мы сотку получили. Это было 76, у нас получается 176, да? То есть нам надо еще немножко. Так, теперь тогда давай. А, подожди. Давай тогда начнем. Ну, попробуем хоть кого-нибудь тут зачистить. Надеюсь, парочку вольнем. Там 35 или 36 осталось. Или 46 противников. Да дофига их там. Я с предыдущим этапом, знаешь, сколько, по-моему, полторы недели боролся, ребят, чтобы зачистить его. Даже, по-моему, больше. Теперь здесь буду столько же. Тем более здесь бойцы, ты сам видел, вообще ни о чем. Да, есть медик, но это трэш. Я даже не успел начать, все, ребят, уже кроссбонса сдуло. Вот только железный человек сможет тут еще немножечко, ну, как сказать, пошухерить. Ну и... А, я еще даже ни одного, ребята, здесь не ушел. 38, как был 38, 38 так и осталось. То есть ни одного не бомбанул. Железного человека, смотри, уже здоровье сколько. Господи. А, одну. Подожди. Так мы же. Почему 38-то врагов? Мы же одну сейчас только что вальнули, блин. Я ни шиша не понимаю, блин. Почему 38-то, блин, одну сейчас только что грохнули? Или что, она вернулась, что ли? Птички... А, ну же у него... Феникс, она же возвращается к жизни. Фига Киллманджер там наяривает, ты видел? Все, по-моему. Сейчас уничтожит мне моего железного человека, потому что у него нету защиты от смерти уже. Это мало помогает. Грохнули. Одного бойца Феникс все-таки мы уничтожили, ребята. Их осталось 37. Ну, ты сам понимаешь, что медик... Он медик, ребята, он не боец. Поэтому... Поэтому ее здесь размозжили. Был бы Халк, да это вряд ли бы что-то поменялось, Халк этот. Но 14-е снаряжение. Вировольф этот, Росомаха. Его вообще сдули сразу же. То есть они давят просто своей толпой, ребята. Их там дохренище. Нам против каждого, ну, не выстоять. Такс. Давай забирать здесь, что у нас тут. Кого я там... Доминоху, я не знаю. А, доминоху уже, ребят, все, ее можно не качать, потому что это событие закончилось с доминохой. Так что можно от нее отстать. Кейджа, что ли, докачать? Я не знаю, либо Кейджа, либо... Либо я не знаю, кого еще тут можно... Шан-Чи подкачать чуть-чуть. Самурая можно, да?
Шанчи, ну давай Шанчи начнем прокачивать, фиг с ним. Так, здесь Farewell. Дрожь? У нас же дрожь там участвовала, да? В этом, в событии, где ее там накумарили. Да, по-моему, дрожь. Дрожь и мисс Марвел. Давай дрожь. Тут прокачаем, фиг с ним. Здесь нас ничего не интересует. Здесь я куплю вот эти припасы. И за 8. Пока деньги есть все равно, ребят. Не деньги, а кредиты. Будем брать. Так, и сферы. Ну, в следующей серии, я думаю, даже не в следующей серии. Я уже за кадром, ребята, буду играть и 100% получу левел ап. Будет у меня 85 уровень. Здесь я уровень сложности 2 прошел, ребята. Дальше на 3 я что-то не тяну. Вообще не тяну никак. Последняя взбучка там просто жестит что-то. Раз, два, три, 4, 5. А здесь с 6 звездами. Раз, два. Вот этого хламона надо туда искать. С 6 звездами. Мантис. Раз, два, три, четыре. Все равно одного не хватит, да? Ну, этого, например, можно было бы тоже поискать. То есть он, по-моему, ищется в свободном доступе. Да, вот он. Ищется, причем неплохо. Это же рука. Не помню, рука, не рука, блин. Ну, ищется нормально. 12, короче, просто тьф, как с куста. Ну, наверное, друзья, и все на сегодня, я так понимаю. Нет, не все, у нас еще энергия есть, надо ее дотратить. Надо ее дотратить, только вот на кого? На кого дотратить нам энергию? На кого искать? Поиски. Давайте улучшим, парень. Хотя ты уже нам не нужен, событие-то уже закончилось. На поиски ящеров, ну, на всю эту дребудень. Так что сейчас он нам не актуален. Или не кончилось? Не, по-моему, кончилось, да, это событие же? Нет, еще есть, ребят. Но все равно я уже тут ничего не успею сделать. Блин, там чуть-чуть совсем не хватает, ребят, прикинь. Совсем капелюшечку. Так, подожди, сейчас добьем, наверное, все-таки мы левел. Надеюсь. Эти не туда.
Наверное, все равно маловато, да? Маловато. Маловато будет. Блин. 30 очков не хватает. Да что ты будешь делать-то, а? Тут опыт нам не дают. За это опыт не дается, ребят. Так что... Так что, наверное, обломлюсь я. Найти. Тут дают опыт, но маловато. Восемь, ребята. Восемь опыта. Даже, ну, серьезно, что ли? Я сейчас добью, ребят. Сейчас, подожди секунду. Просто один поиск. Сейчас, секунду. Давай вот стервятника. Нет, не стервятника. Ошибочка вышла. Танос, вот. Танос, например, да? Блин. Серьезно, что ли? Ну, давай Стрэнджа. Да подожди ты. Блин. Подожди, где мы получаем опыт, где можно всего лишь там 12-10 потратить? Я вот не помню, ребят. Вот. Есть. Да, друзья мои. Прекрасно. Поздравляю сам себя с 85 уровнем. Это очень круто. Это очень круто. Да, 85 уровень нужен всем, чтобы им улучшиться, ребят. Нужен 85 уровень. Ну что, у нас сотка опыта. То есть этой энергии. Кого тут на дорожку? Псайлок найти. И вот теперь, друзья мои, уже точно, точно все. Так, подожди, солдат. Ай, тут еще награда. 500. 500. Слушай, так мы можем тогда... Ну-ка. Или оставим, или не будем пока тратить. Я, знаешь, я разбазарил вот на это, на вот всякие такие добычки маленькие, никчемные, блин. Блин, выпал ястреб. А мне нужно там сколько карточек на ястреба, чтобы его открыть? По-моему, 4 или 5. Одну, ребята, блин. Но здесь шансов мало, что мы с тобой прям ястреба вытянем. Но было бы круто. Омега-сфера. Вот так бы выпало бы мне сотка. Ох, я бы тут радовался и веселился бы. Если бы мне открылся ястреб, быть темный, ребята, у меня бы была бы фул команда. Пегасовская, я о ней говорю. Так, ну ладно, все, ребят, тут уже пошла ерундистика всякая. Да? Да. Ну что, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.